Здравствуйте, вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Алексея Шкляра. Надежную охрану и автомобиль нам предоставляет группа предприятий «Цербер». Эта неделя на телеканале «Рифей Пермь» посвящена мотовилихе. И в нашем сегодняшнем выпуске маленькие новости района, которые будут интересны всем горожанам. Поехали! Пермская пушка на улице Уральской готовится к 9 мая. Точнее, ее готовят. Работы начались еще в прошлом году. Сама пушка была покрашена, приведен в порядок постамент, на котором она стоит, а также ограждение вокруг монумента. В этом году глава администрации Перми Дмитрий Самойлов поручил подрядчику завершить реконструкцию к 70-летию Победы. Сейчас основные работы сосредоточены на подпорной стене. Рабочие уже сняли штукатурку, начали наносить новую. Ну а после на стене нарисуют картину на военную тематику. С таким видом работы коммунальных служб мы еще не сталкивались. Очистка деревьев от рекламных объявлений. Понятно, что размещены они здесь незаконно, да еще и во вред зеленым насаждениям. Внесем и мы свою лепту в это дело. И помните, так будет с каждым несанкционированным объявлением. Мухи отдельно, котлеты отдельно. То же самое касается и бытовых отходов. Стекло, металл, пластик, бумагу в один контейнер, все остальное в другие. В новом жилом комплексе на улице Целинной и контейнерные площадки новые, на которых предусмотрен раздельный сбор мусора. Как на этой, рядом с домом номер 43. Местные жители к новшеству привыкли довольно-таки быстро, за что и получили благодарность от подрядчика по вывозу мусора. В письменном виде. Всеми любимый мультфильм «Волшебное кольцо». Помните, что новый хозяин надо? Вот и обычная лестничная площадка. В третьем подъезде дома номер 3 по улице Уинской сейчас и не площадка вовсе, а прямо-таки сказка. На этой позитивной ноте мы и заканчиваем наше сегодняшнее дежурство по Мотовилихинскому району. Свои сообщения вы можете передавать, как всегда, в информационно-справочную службу дежурной по городу по телефону 2-630-300. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи.